Тем временем первый пробный запуск. Без вытяжки, вытяжку еще не сделали. Да и спуск спуска, песка тоже мы не сделали с тобой. Да. Нихуя не видно. Вообще все запотело. Давай посмотрим, что там получилось. Давай, открывай. Я... Ну, вынимай руки пока. Да, подожди. Бля, сейчас там песка высыпется, ебануться. Ёбаный рот. Вот почему нужна вытяжка. Не, ну нихуя себе она делает. Вай. А ну, да. А ну надо протереть его. Во-первых, потому что мелкая пыль все-таки летит, во-вторых, не знаю. Я дышу и... Мне ничего не летит. Мне ничего не летит. Я своим дыханием закрываю. Ой, закрываю. Оп, вытяжка появилась, сейчас подхожу с улицы. Ляпсы, на улице так, тут чикс. Поворотная и вытяжка, чикс, вот так. Мы потом еще чуть-чуть докупим этого, удлиним чуть дальше, чтобы она где-то вниз падала. Но в целом вот так вот. Он будет там хуярить сейчас эти. Вон, старые пассатижи намутил. Интересно, изоленту поотрывает или нет? Я думаю, что нет. Нет? А, бля, подключи. Воздух. Чик-чирик, блядь. Шо ты, поработал? Сейчас. Блин, а как это одной рукой сделать? Подожди. Вы в эфире. Ой, летит как люто, конечно. Выключи поте. Слетели шланги. Ну что-то на улице происходит. Стой, стой, чувак, стой. Твой план хуйня ебаная. Под него надо вытяжку, как под печку. Посмотри, что наделал. И теперь надо было выше. Оно из-за того, что между гаражами, оно еще больше пылит теперь. Фу, тебя нахуй слушать. Пизда. А, ребятки, смотрите, какой у меня вариатор получился на пескоструйчике. Просто перфекто бомба. А ну свет мне туда. Свет этот, вытяжку, все врубай. Оп, свет. Пока что такой. Пока что не очень свет, но свет. А крутилка где у тебя вот это? Какая крутилка? Ну, верхняя. А, да, у тебя... меня вроде. Хотим посмотреть, насколько сейчас будет сильно лететь песок. Мы переделали трубу. Вот такая тут дырка. Ну, ничего. Ничего страшного. Вот так вот. Как-то. Вот так будет. Мне кажется, в этом колене будет скапливаться песок, пиздец. Ну, пыль, как минимум, а вот здесь вот. Ну, типа, ниже получилось? Ну, да. Сейчас надо выше это поставить. Да похуй! Да все. Да нормально, нормально. Хай. Да все, все, не трогай его. На хуй ты мнешь? Ты его мнешь еще сильнее. Максимально. Ты еще мнешь еще сильнее, если помял его, чувак.
Наделал, блядь, хоботов слонов. Хуячи. Хуяк, хуяк. Хуяк, хомяк. Вариатор там усосанный в ши. Ну уже получше. Уже получше. Тут где-то вентилятор цепляет. В смысле вентилятор цепляет? Нормально, въебало никому не летит. Поверх гаражей себе там что-то чилит. И нормально. Ну, можно сейчас ее еще чуть-чуть удлинить, чтобы она еще дальше на гаражи куда-то уходила. И все, и хай себе там пылит. Наверное, ж нормально. Или не очень. Не знаю, ну, чувак, пойди посмотри сам, мне кажется, что надо что-то еще придумать. А? Посмотри сам, мне кажется, надо что-то еще придумать. Ну, вон, смотри, она летит, сейчас даже тоже видно, видишь, летит. Ну, да. Надо, наверное, еще длиннее. Вот, типа, чтобы еще выше, чтобы она еще дальше распадалась, понял? Чтобы, типа, точка вылета была выше, и она, типа, распылялась дальше. Может быть, да. Ну, значит, надо, этот, смотри, надо взять только твердую, и вот чисто где-то вот здесь, вот, понял, пустить, ну, типа, закрепиться гаражу и твердую пустить вверх, там, на метр, на полтора вверх. А то, что у тебя осталось второе, что не надо цеплять? Не, я бы ее подцепил, бы не, хватит. Не, мягкую нет смысла ее ветром. Чего? Да ветром ее сдую только так, ты что, прикалываешься? Вот такую же твердую надо, и к ней подвестись просто вот этой гофрой, и все. На первое время так можно оставить, короче. Мне кажется, что можно. Это что такое? Это чего вдруг? Это я тут поправляю. Так, выше потяни у себя. Блядь. Тихо, не под этого. Подсказывай. Не подсказывай. Какие моменты. А дай попробую вариатор этот. Это другой? Давай, я достану его, посмотрю. Ну, давай. А, ты зато видишь, как быстро этот ушел весь. Ну, да. Не, то, конечно, то, так по одной детали это гониво, надо накидывать тоже маню, блядь. За раз, запиздяхал, да. Не, ну все равно прикольно. Ты его не дочистил, конечно, сразу видно. Но тем не менее. Ну, блядь, то, что было, это что стало, это же дыра. Вот, кусок старого, вот видно, вот оно. Чуть-чуть, ну. Ну там не видно просто нихуя. Ну, переверни. Ну, внутри почти почистил. Это я так просто не надо не бояться просто, типа, два раза проходить круг, понял? Чтобы наверняка все почистилось. Даже так все равно охуенно. Ну, то, что надо, грязь вся улетает, металл, ничего с ним не происходит, короче, ну, типа, раковина не остается после песка. Кстати, надо попробовать какую-то ржавчину почистить. Надо все в этом песке уже в округе. Все в этом песке в округе. Ну, пока да. Надо поубирать еще. Я тебе говорил, так и будет. У нас, понял, вот тут вот собирается песка до хуя. Где? На этом угле. Да потому что мы хуярим в тот угол. Будет свет равномерно, будем хуярить и в тот угол. Вообще не будем хуярить в тот угол, вот. Угу. А пока ну, что... Ну прикольно, короче. Давай отпущу. Залетает вот такая темка. Пластик уже уставший, поэтому пойдет. А дай мне зажим вот этот вот. А тут такие вот хобота происходят. Проводочку все сделал. Производится прокачка. На. Есть. Покажи супер лакшери проводку 2000. Супер кастом подключение к аккумулятору. Супер кастом винопульт. Отпискоструйный. Отпискоструйный. Сделали сигнал. Поворотнички тоже будут. И поворотнички. А есть они сейчас или нет? Да, нет. Нет, горит просто. А. Сейчас горит, нету пары. Там вот этот выключен. Да, это сейчас выключен. Так. Короче, не суть. Ну, там жижа.
жижит касть. Странно. Подкручивай. Воздух. Короче, такие вот дела. Логично. Маленько крыша еще подтекает. Оп. Здорово. Печка кочегарится. Закинь еще. Работа делается. Оп. О, потухло уже почти. Подкинь же еще осталось. Пока одних работает пескоструй, у кого-то там кровосветное плавание. Кровосветное плавание едут. Полетели, вот. Пластик обновили, можно и путь. И ПДТ сделали. Сейчас 7 часов вечера. Сегодня пятница, я 2 дня буду сидеть дома потом. Что, ты поплыл, молодой? Блядь, подожди, включи эту копировку. Какие? Чуть не уплыл без ключей. Да ты шо? Завадись. Кого? А ты не видела? Я же это же я тоже показывал. Вот пульт, видишь, серенький, это я уже в нем отпиздячил. Завадись. Ай, ай. Ай, поплыл. Утка поплыла. Ебать этот пиздец. Свое обиталище уплыла. Ну я накрытие сделал, мне хватает. Чао, крошка. Ай, красивый! Это неплохо. А? Ну охуенно. На улице прям топлоне. Да. Видмейт. Бугеля не хватает? Бугель будет, будет чётенько. Будет. Ули-ли-ли-ли-ли, полетел. На заднем по лужам. На заднем по лужам. Полетел по лужам на заднем. Покажи малые фотки, дай после.